Здравствуйте, это Катя. Сейчас расскажу три простых способа, как верно выучить с малышом буквы. Когда я говорю с малышом, я имею в виду маленького малыша, начиная с годика, с 2 лет, не шестилетку, не семилетку. Там алгоритм немножко другой. Итак, правило первое. Начинаем учить не с букв, а со звуков. Например, буква М, мы учим ее звуком М. Рассказываю, для чего это. Когда малыш начнет уже у вас читать и складывать буквы в слоги, он так и будет читать не «ма», например, а «э-ма». А нам же нужно, чтобы он читал «ма». Поэтому учим все остальные буквы также звуками «б», «п», «д», «т», «с» и другие. Правило второе. Начинаем учить с гласных букв, да и не просто с обычных гласных, а с самых легких А, У, У, И. И правило третье. Не включайте, пожалуйста, вашему малышу развивающие мультики про алфавит, которые вы найдете в интернете. Нет, там как раз буквы произносятся буквами, а не звуками, и переучиваться потом будет очень тяжело. Это были не все лайфхаки для мам, которые касаются изучения букв с самыми маленькими. Ждите продолжения! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!